Ситуация. Живут два друга в общежитии. Один красивый, которому все телки дают, все классно, а второй страшный, блядь, пиздец, вообще, ну, урод. Ему кто не дает, и он вынужден, короче, у него фантазия бурная, он все время дрочит, такой, ну, жесткий такой, зарядовал на низ просто пиздец. И у них такая привычка, короче, когда красивый где-то гуляет с девочками, он потом приходит и рассказывает страшникам, ну, а тот, короче, на истории на эти все дрочит. Выходные проходят, понедельник в общаге встречаются, красивый же приезжает, а этот ждет его уже, блядь. Говорит, ну что там, где был на выходных, что делал? Тут говорит, блядь, не поверишь, прикинь, говорит, на выходных в клуб поехал, а там, говорит, тёлка заходит, пиздец, в такой юбке короткой, такие сиськи, красивая, блядь, пиздец. Да подожди, ширинку такой раз, ну и чё, и чё? Говорит, ну я, короче, танцую с ней, раз, за жопу, сны к себе двигаю. Ты чё, да? Ну, не надо ебать, то давай в туалет ввожу, короче, ее, раз, только рачком нагибаю ее, да, засаживать. Только, ты, давай, чё? Ты говорит, блядь, поссать кто-то, сука, зашел. Тут, блядь, заебал, ебаный раз, закрыл. Ну, блядь, люди ссать ходят, неудобно, ну, параша. На улицу, думаю, выведу на улицу ее. Вывожу в кусты я, короче. Завожу в кусты, опять начинаю сосаться с ней. Подожди, опа, давай, что там, и чё? Ну, не, за сиськи, цмык, сосусь, да, и чё? Я только рачком нагибаю, а только, да. Тут прикинь, говорит, блядь, фонарик, хуяк, блядь, да ёбаный рот, ты заебал уже, насколько можно, блядь. А я стою, блядь, ну, пиздец, тёлка красивая, ебать, ну, её ебать надо, блядь. Вспоминаю, блядь, у меня же мать с отцом уехали, короче, на дачу, квартира свободная. Я такси, ебать, бегом домой, короче, блядь. Приезжаю домой, дверь открыл, блядь, не раздеваясь, ничего, сразу в кровать, прых. Начинаю, короче, подожди, раз, ага, давай, чё. Дарит в кровати, лежу, начинаю сосаться с ней, раз, кофту задираю, за сисечки, сосочки целую. Да, чё? Я, короче, юбку задираю, прикинь, что я достаю, уже, говорит, писечку втыкаю. Да давай. И тут, говорит, блядь, короче, звонок в дверь. Не открывай, блядь, не открывай.